смотрю на канал Принцесс Милан. Мне, кстати, папа Пипику сорвал, но ее я отложу в сторону, чтобы открыть посылочки. Сегодня у нас только их две, сожалею. Давайте же откроем первую посылочку. Тут скотчи. Цветочки, звездочки, снежинки, елочки, цветочки, цветочки, олени. Это уже в новогодние идут. Снежинки и листики. И сердечки. Такие их тут много скотчей. Я их, к сожалению, не буду бумажки вытаскивать, чтобы я сейчас машину снимаю, поэтому я не хочу, чтобы они раскидались или вообще помялись или грязные стали. Тут два. Вот, дальше я сумочки, клубнички, сердечки, елочки, цветочки, кексики, ну какие-то кружочки и, ну, одна карточная игра, цветочки, цветочки, кексики, снежинки, елочки, снежинки, снежинки, да, и звездочки. Там были скотчи, их тут больше нет, мусор. И давайте закроем вот эту огромную посылку. Огромная она. Интересно, что там. Надо ее открыть. Ну как открыть? Возникает вопрос, как посылку открыть. Так, тут должно быть что-то такое, где можно было открыть посылку. Как тут ручка открыть? Смотрю, что там нет. Тут есть что-то сидели в папке. Я вот такого. О, а тут получилось. Так, я достаю, и что это такое? Это термос. Например, там поездку, если, например, на экскурсию, если я пить захочу. Или на карате мне. Или вообще на английский язык. Давайте откроем, мне очень терпится посмотреть, какого он цвета и как он выглядит. И потрогать его первый раз или увидеть. Потому что у меня все посылки мама заказывает или папа. О, этот цвет мне нравится. Это, оказывается, не термос, а термокружка. Я его сейчас открою первый раз, кажется. Я не знаю, как он открывается. Так, как эта штука открывается? Непонятненько. Вот это какая-то как бутылка, а вот это пластиковая. Я вот эту вниз спустила. О, что это такое? Это термос, а кружка где? Это термокружка. Где тут кружка? А, это, наверное, вот так. Я не знаю, где эта кружка. А, это вот так, наверное, пить надо. Вкусно было. И тут эти карандашики разных оттенков, цветов. Тут много розовых, мало, ну, много фиолетовых, много красных всяких. Только розовый, фиолетовый и красный. Такая вот бутылочка, ну, куда-то мне ходить. Очень классная. Ставь лайк, мне понравилось видео. Дизлайк, мне не понравилось. Подпишись на мой канал, поставь колокольчик. Колокольчик тебе нужен, чтобы тебе приходило удовлетворение. Ну, такая надпись, что пришло мое новое видео на канал. Всем пока.